Это было когда-то, очень давно. Он думал о жизни, смотрел в окно. Дождем по стеклу все серо и блекло. Ну когда же я полечу соколом? Дождем по стеклу все серо и блекло. Ну когда же я полечу соколом? При каждой удобной возможности он придает себе важности, разумом постигает сложности, думая о своей крепости. Почему погрешности на весах противоположности? Оскал на внешности — это отражение внутренности, больного отпечатка нежности, создающего себе трудности, находящего радости, противоречия глупости. Сердце противится гадости, она навевает грусть. Ну и пусть, я для всех я весел, свечусь бодростью, а в каждом осколке желания, дыхание жадности, со страстью ищется, хочется о вечности знания, того, что сокрыто в глубинах вселенского мироздания, но и имеющего вектор направленности в сторону страданий. Заблудшее рожденное в жаркой агонии мнение решил принести на алтарь поклонение. Странно, боли и смятения искал восхищение. Ты остался один в этом заброшенном здании. Очень давно, это было когда-то, очень давно. Он думал о жизни, смотрел в окно. Дождем по стеклу все серо и блекло. Ну когда же я полечу соколом? Полечу соколом. Время разбрасывать камни, а время их собирать. Пора просыпаться, ведь так можно всю жизнь проспать. Как знать, может удастся понять и принять путь, на котором Господь дал каждому созидать. Путь, на котором тебе дано победить смерть. Верить или не верить в то, что восстанут мертвы. В то, что человек не только из земной персти, но в сердце его живет своей благодатью Творец. Кому смерть конец, а кому в царстве венец. В одном вагоне едут и святой, и подлец. Один с глубиной в глаза, а другой со страстью в лице. Одному нужна пицца, а другому благодать сердце. А мысли, как птицы, лебеди белые или черные, клюют душу сонную, слепую, потерянную. В боль оголенного нерва переходит истома. Гедонизм завершается кровью и стонами. Кажется, не выклюет глаз ворон ворону, а люди по живому ножом режут своего родного. В России в год убивает около 2 миллионов. Гегемония гибонов, пожираем детей, как Кронос. Потом думают, как уйти, вырваться из плена. Кто-то устал от жизни и режет себе вены, а кто-то в метро на рельсы, как Анна Каренина. И не важно, что дальше, хоть адская гиена. Как сладко начинался этот удобный плен. Гора игрушек в рамках серых и бетонных стен. Имидж, интернет-бренды, айпады, айфоны. Сладкий сон воину вакцина, чтобы упал на дно. А на дне нет принципов, отсутствие границ. За лживыми масками нет настоящих лиц. Свобода действия, а также плюрализм идей. Погрузи дух в материю, как Дориан Грей. Это было когда-то, очень давно. Он думал о жизни, смотрел в окно. Дождем по стеклу все серо и блекло. Но когда же я полечу соколом?